В Навашино спущен на воду первый сухогруз проекта. Эрстедам. Судостроение и судоходство в Навашино спущен на воду первый сухогруз проекта. Эрстедам. Сегодня в Навашино, Нижегородская область, на Окской судоверфи спущен на воду сухогруз «Навис-1» головное судно проекта РЗС-32М, предназначенное для компании «Навис». В соответствии с контрактом, подписанным в ноябре 2017 года, АО «Окская судоверь» построит 8 сухогрузов этого проекта. Серия, заводской номер 3201, заложен 22 мая 2018 года, спущен 12 декабря 2018 года. Навис-1, заводской номер 3202, заложен 26 июня 2018 года. Заводской номер 3203, заложен 22 августа 2018 года. Заводской номер 3204, заложен 21 сентября 2018 года. Заводской номер 3205, готовится к закладке проекта. Судно разработан морским инженерным бюро, Украина. Судно предназначено для морской и смешанной, река-море, перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9 в соответствии с МКОМПОК и грузов категории ВЗМК МНЭК. Технические характеристики дедвейт. В море, в реке, 6220/3833 тонны. Главное размерение, длина 123 метра 17 сантиметров, ширина 16 метров 75 сантиметров, осадка 4,7/3,6 метра, количество трюмов, 3, объем трюмов, 8804 метра контейнера вместимость, 240, трюм 180, палуба 60, тю скорость хода, 10 узлов автономность, 20 суток экипаж, 11 человек фото с сайта osi.ru. Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее.